Сегодня 28-летняя Настя Ивлеева представила легкий новогодний фильм. В картине появились звезды отечественного шоу-бизнеса. По сюжету трое обычных людей встречаются 31 декабря в последней электричке на Москву. Главные роли в фильме «Поездатый Новый год 2020» исполнили Настя Ивлеева, 28-летний блогер Альберт, выступающий под псевдонимом Киевстонер, и сорока 3-летний Максим Галкин. Позже выясняется, что каждый из них смог воплотить свою мечту в реальность. Так, все трое оказались в замке Галкина и Пугачевой в деревне Грязь. Они подоспели как раз к накрытому столу. Персонал обратился к Максиму с приставкой «барин». После этого Галкина приветствовали их с Аллой дети, Гарри и Лиза. В кадре появилась Примадонна с тарелкой в руках. «Кто просил картошку?» – спросила она. Алла Борисовна обратилась к мужу: «А что ты так волнуешься?» «Я знаю Настю. Смотрите веселый легкий новогодний фильм», — поделилась Алла Пугачева на своей странице в Инстаграм. Максим Галкин отметил, что фильм затеяла и осуществила Настя. «Получился классный, веселый, местами безбашенный, художественный и документальный, экстремальный и очень домашний, юморной фильм. Размах съемок голливудский, концентрация талантливых звезд на метр пленки зашкаливает. Атмосфера такая, жесть и милота в одном флаконе», — заявил супруг Примадонны. «Это мой подарок тебе, дорогой и любимый зритель. Зарядись новогодним настроением. Целый час души, смеха и любви», — рассказала Ивлеева. Она поблагодарила всех, кто принимал участие в съемках. Помимо известной супружеской пары, в картине задействованы Кристина Арбакайте, Гарик Харламов, Александр и Анжелика Рева, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Гоша Куценко, певица Зиверт и другие. В кадре засветилась знаменитая дверь в доме Максима и Аллы. Шоумен рассказал, сколько времени и средств он потратил на ее создание. Ранее Иван Ургант высмеял Настю Ивлееву из-за эротического катка в Новосибирске.